Глазко, Максим Ильсон. Во-первых, хочется поздравить с победой всех игроков своих. Очень горжусь ими. Сегодня была настоящая команда. Хорошая защита, хорошая игра на подборе. Вот, руководство клуба и, конечно, наших болельщиков. Сегодня была хорошая игра, хорошая победа. Как вам кажется, за счет чего вам удалось остановить Худивельник, всю его мощь? Во-первых, игроки очень хотели победить, были очень мотивированы. Во-вторых, сегодня была хорошая защита, как я уже сказал, и очень хорошо поборолись на подбор. И на чужом щите, и на своем щите. Мы выиграли сегодня подбор, на 11 подборов больше забрали, при этом 16 на чужом щите. Это очень важно, это тот элемент, которого нам не хватало во всех предыдущих играх. И как вы оцените игру человека, который у вас на трайауте находится, Бойкина? Джамал делает свою работу. Джамал создал то настроение, которое сейчас есть в команде. На перерыв пішли за рівного рахунку, а що сказали гравцям? Что просто нужно поверить в себя, что мы можем победить игру, потому что в первой половине они играли хорошо, но сдерживали себя. Они играли, в принципе, без ошибок, они принимали правильные решения, но излишне даже они были переконцентрированы, если можно так выразиться. Они сдерживали сами себя, не могли из-за этого разбежаться, не могли сыграть в тот быстрый баскетбол, который будет нужен нам. Все-таки такой медленный баскетбол был более на руку Будивельнику, поскольку они просто больше в каждой линии. Сказал, что нужно поверить в себя и отпустить, просто отпустить себя.